Приветствую вас и, значит, отношения имеют перспективу тогда, когда люди ставят своей целью в этих отношениях быть вместе. То есть в итоге начинают совместное проживание, вести совместное хозяйство, создать семью, родить детей. А если человек, грубо говоря, живет в другом городе, и ему удобно с вами встречаться, и он вот не хочет ничего менять, его вот все устраивает, такая жизнь у вас нет, и он не слышит ваше желание, не хочет ничего делать для того, чтобы это желание исполнить, не хочет с вами сближаться, не хочет создавать семью, не хочет быть с вами вместе, то и перспектив таких отношений нет. Чем больше, тем будете жалеть о том, что столько времени потратили зря. Но и уходить от такого мужчины сразу не стоит. Значит, почему? Потому что он, может быть, просто не понимает, не осознает того, насколько вам важно. Насколько вам важно создание союза. Соответственно, для начала скажите ему: прости, дорогой, вот мы уже 2 года встречаемся, мне бы хотелось вывести наши отношения на более высокий уровень. Если ты не готов, то извини, я буду искать того, кто будет готов. Потому что время идет, мне нужно, и мне хочется и семью, и мужа, и стабильности, вот, и детей, может быть, и все. Я тебя не гоню, я сразу другого искать не буду. Но и с тобой общаться я пока не хочу. Если ты хочешь сохранить наши отношения, то покажи мне, что ты делаешь что-то для того, чтобы мы были вместе на постоянной основе. Таким образом, дадите мужчине шанс проявить себя в этом плане. Если чувство у него к вам есть, начнет проявлять. Если удобно ему, то, скорее всего, посыпется обвинение в ваш адрес, оскорбление, но никаких поступков, естественно, не будет. Вот это и послужит вам сигналом к тому, чтобы вы его бросали и жили дальше, найдя себе того мужчину, который даст вам все то, что вы хотите. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, сделайте его, пожалуйста, лучшим. Буду благодарен.